Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам парк юрского периода в Майнкрафте Pocket Edition. Собственно, друзья, после установки этой карты в вашем мире Майнкрафта появится и вправду юрский период. Если вы смотрели этот фильм или играли вы в эту игру, а может устанавливали мод на ПК-версию Майнкрафта, то вы поймете, о чем сейчас пойдет речь. Что ж, во-первых, появляемся в каком-то и вправду местечке, в котором нас будут знакомить о парке. Что ж, в сундуках лежит обожженная глина, я ни зачем, не знаю, зачем автор этой карты положил ее туда, но все же, если мы пойдем направо, мы найдем какую-то дверь, я понимаю, что это, возможно, ресторан. Ладно, друзья, вы видели двери наружу, и, собственно, туда мы сейчас отправимся. Налево, наверное, то же самое нас ожидает. Ладно, друзья, что ж, здесь уже красиво, и стоят деревья, и есть рельсы. Так я понимаю, нам придется, наверное, куда-то ехать, но давайте посмотрим, где у нас начало, а где у нас конец. Так, рельсы тянутся. Возможно, друзья, на них можно поехать и налево, и направо. Ладно, давайте сперва поедем направо. Отлично. Ух ты, что я слышу? Новые звуки рельс, они меня просто удивляют. Ух ты, друзья, как я сейчас кайфую. Прислушайтесь к этим звукам. И это просто, просто блаженно. Такие звуки в Майнкрафте можно услышать просто очень редко. И еще бы музычку, и было бы просто замечательно. Но эта листва, которая делает черный экран, очень мешает. И, друзья, ладно, ничего страшного, это можно потерпеть и проехать дальше. Но звуки это просто релакс. Это супер. Ну ладно, друзья, на вагоненке так ехать мы будем очень долго. Здесь стоят стрелы, забрать мы их не можем, потому что эти стрелы были сделаны другим игроком, возможно, создателем этой карты. Да, здесь у нас очень классный водопад. Как видите, автор этой карты просто постарался на славу. Карта очень большая. И что ж, во-первых, теперь мы можем отправиться в начало и поехать налево. Ну или, может быть, даже побежать. Ну, собственно, друзья, если карта вам понравилась, то вы можете перейти в описание и скачать ее. Собственно, если подумать логически, то, конечно, через описание. Ну ладно, есть дорога налево. Давайте посмотрим, что у нас находится там. Но звуки просто супер. Что за лаги? Да, звуки, друзья, послушайте еще раз. И это просто супер. Опа. Ладно, друзья, вы понимаете, что дальше есть дорога. А дальше все, что находится на этой карте, вы можете исследовать сами, скачав карту. И надеюсь, карта вам понравится. Я думаю, что вам обязательно понравится эта карта. Даже очень классные ворота именно на этой карте. Ладно, друзья. Но те, кто и правда смотрели фильм, поймут, о чем здесь идет речь и что здесь построено. Я понимаю, так это лаборатория. Ну ладно, выглядит все просто супер. Ну что ж, друзья, а вот на такой красивой ноте мы закончим. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал.